Сегодня мы увидим представление, в котором нет актеров. У каждого из них своя история. Одинаково только одно. Они заикаются. Думаете, вы всю жизнь заикались, и я за полчаса вас вылечу? Так не бывает. Почему заикаешься? Меня контузило. Ты упрямый. Стараешься. Я за тобой наблюдаю. Думаете, я излечусь? Будешь заниматься, все получится. Главное, дыши свободно. Он знает, что он вам нравится? Ну нет, конечно, он не знает. Жена? Он разведен, жена его бросила. Я даже не знаю, как ему сказать. Надо просто сказать ему, что вы его хотите. Ты с ней встречаешься? Не имеет значения. Тебе вредно с ней встречаться. Я отправила маму на дачу, сегодня можно ко мне. Может, это все в последний раз. Ты хочешь у меня его отнять? Он говорить хуже стал, мне его жалко. А меня тебе не жалко? Давайте оставим его в покое. Я думаю, что человек должен быть свободен. Ну что с тобой делать?